Всем привет! Ну, я тут салаты делаю и решила с вами одним салатом поделиться с вами. Это фасолевым салатом. Оливье это, как у нас называется, рассол я уже сделала, это все знают, как делать. Ну, а с фасолевым я хочу с вами поделиться. Что для этого я взяла? Морковку взяла, уже нарезала. Можно соломкой, можно кубиками, по-всякому можно. Ну, я тоже такими небольшими кубиками нарезала. Взяла колбасу и ветчину такую, мяско, тоже нарезала вот так вот. Маринованные эти грибы, это шампиньоны маринованные взяла. И взяла пурови, и как их еще называют, лук-порей, тоже нарезала. Так вот, соломочкой такой нарезала. И вареную фасоль уже сварила. Так, и, конечно же, чашку. И майонез. Так, я засыпаю фасоль. Сейчас еще возьму фасоль. Потом морковку нарезанную. Ну, и все, сейчас это все смешаю. И получается очень вкусный салат. Попробуйте обязательно. Можно без колбасы, только ветчину. Можно курицу копченую или что-то. Ну, у кого какая фантазия, кому что нравится. Я нарезала и колбаску, и мяско тоже. Так, маринованные шампиньоны. И пурови я добавлю немного. И еще, наверное, украшения чуть-чуть оставлю пурови. Так, и теперь все смешаю. Получается, мне очень даже нравится этот салат, очень вкусный. И майонезу туда. Майонезу можно даже побольше, чтобы он такой был сочный. Можно даже добавить от маринованных шампиньонов этот рассольчик чуть-чуть, тоже вкусно. Вот я добавлю, потому что он такой будет. Во, у меня такие его шампиньоны маринованные. Мне этой фирмы нравится. Другой покупала, но не очень. Ну вот, я сок налила чуть-чуть от шампиньонов. Вот. И сейчас вот так вот размешаю, и салатик будет готов. Так что пробуйте, экспериментируйте. Но этот салат я уже не первый раз делаю. Я даже его в магазине, когда увижу, всегда даже покупаю. Мне он очень-очень нравится. И вот такой получается салатик. Так, и вот, что пурове осталось, его наверх так вот посыпаю. Ну, такой получается салатик. Я, конечно, в салатницу такую железную еще поставила, потому что на стол еще ставить не буду. Ну, вот такой вкусненький салатик и получается. Так что готовьте. Всех с праздником. Кому понравился этот салат, делайте. Не бойтесь, он, точно говорю, очень вкусный. И всем хорошего дня, хорошего настроения, и всем пока!